Здравствуйте, друзья! И у нас с вами новая и интересная тема «Зачем и как делать 150 баллов?» И вообще, 150 баллов – это много или мало? И почему этот навык для нас с вами очень важен? Давайте посмотрим разные варианты выхода на уровень директора, а значит, на доход в 33,5 тысячи рублей. Ну, что такое директор? Это первая ступенька, да, такая, это окошечко в новую жизнь. И на этом слайде видно два примера, как раз из моей структуры. Когда одинаковое количество людей, ну или примерно одинаковое, вот здесь 18 человек, а здесь 20 человек, привели к абсолютно разному результату. То есть в первом случае лидер заработал около 1500 рублей, во втором случае лидер 15-процентник заработал около 5000 рублей. И все зависит, как видите из таблицы, от того, какой средний балловый заказ был в этой организации. Что же такое средний балловый заказ? Это когда все баллы вашей команды групповые разделить на количество людей, которые разместили заказ. Получается средний балловый заказ. И давайте посмотрим. Вот в интернете сейчас я очень часто вижу, слышу, как люди говорят, делайте 10 баллов, 20 баллов, больше не надо, ищите людей. Но давайте посмотрим, интересно ли человеку оставаться в Oriflame, и вот на ваш взгляд, как долго он останется в Oriflame, если он будет делать всего 10 или 20 баллов. Смотрите, чтобы ему выйти на уровень дохода в 33,5 тысячи рублей, ему нужно будет 750 человек в свою организацию. Для того, чтобы сделать первую ступенечку в 3%, ему нужно будет целых 20 человек. И как надолго останется консультант, новичок, если он делает всего 10 баллов? Для того, чтобы получить ему даже подарок по программе лояльности, ему понадобится 10 каталожных периодов. Самый небольшой, самый недорогой подарок по программе лояльности. И на самом деле я вот не соглашусь с тем, что 10 или 20 баллов достаточно делать. Как правило, такие люди очень быстро уходят. Они не могут оценить ни скидку, ни подарки и не видят перспективы дальнейшего сотрудничества с Oriflame. И вот еще посмотрите на таблицу. Если средний заказ, балловый заказ вашей организации 50 баллов, то вам нужно будет 150 человек в организацию. Если 75 баллов, то 100 человек. А если вы научитесь сами и научите своих людей делать 150 баллов и покажете им важность этого навыка, то в вашей организации будет всего 50 человек. Вот и сравните две цифры. Вот эту и вот эту. Что такое 150 баллов? Это условия для получения бонусов. Давайте посчитаем прибыль. Первое – это премьер-клуб. Вам начисляется бонус 200 рублей. Второе – это вы сможете взять любой продукт на ваш выбор за полцены. Это примерно 500 рублей. Кроме того, вы получаете подарок по программе лояльности. Это около 200 рублей прибыль. И, конечно, на первых порах сложно взять для себя продукцию на 150 баллов. Поэтому какая-то часть будет для вас, а какая-то часть будет для ваших подруг и родственников. А это значит, что ваша прибыль дополнительная будет около 1000 рублей. Просуммируем все вместе. Получается примерно 1900 рублей в каталожный период за 3 недели. У нас 17 каталожных периодов в году. Значит, 32 300 рублей дополнительных будет у вас, если вы введете вот этот навык делать 150 баллов в автомат. Да? Очень часто люди говорят, да ладно, на маленьких уровнях не обязательно пока еще делать эти баллы. Ничего страшного. Это, друзья мои, неправильно. А правильно научиться с самого начала правильным навыкам, которые, как вы видели по таблице, значительно ускорят ваш финансовый рост. Мой доход сегодня позволяет покупать для себя и для своей семьи и на 150 баллов, и на 250 баллов. Но тем не менее у меня осталась полезная привычка оставлять каталог после каждого общения. Ведь 32 тысячи рублей в год дополнительных – это путевка, например, отдохнуть куда-нибудь съездить. Или дубленка. Или можно легко и спокойно собрать ребенка в школу. Это может быть новая бытовая техника или ремонт, ну, хотя бы одной комнаты. И никаких кредитов. Вот что самое главное.
Итак, 150 баллов – это навык, которому может научиться любой человек и которому очень важно научиться. И я скажу вам честно, что это первое условие вот как бы, для моих ключевых партнеров – научиться делать 150 баллов. Мы с вами уже очень много навыков в жизни приобрели. Мы с вами научились тряпать блины. Мы с вами научились кататься на велосипеде, хотя не могли, казалось, что это очень трудно. Мы с вами научились пеленать ребенка. За неделю буквально такой навык приобрели, да, может быть, за пару дней. Мы с вами научились писать. То есть сначала писали, ну, не очень хорошо. Через несколько раз мы уже стали писать, ну, гораздо более красиво. То есть, как и любой навык, 150 баллов – это то, чему легко можно научиться, понимая важность этого навыка. Давайте посмотрим, как же набрать эти 150 баллов. Вот несколько вариантов перед вашими глазами. Еще раз скажу. Очень важно поставить эту задачу в режим автомат. И первое, что нужно сделать, стать 100% пользователем в компании Oriflame. Посмотрите, сколько вы тратите денег на подобные средства в магазинах. Мы покупаем гели, мыло, пена для бритья, шампуни, декоративку, туалетную воду, зубную пасту, щетку, крем, шампуни, краски для волос каждый месяц. Мы много чего покупаем. Все свои покупки нужно перенести в интернет-магазин Oriflame. Это очень выгодно. Итак, несколько вариантов. То есть, если доход позволяет, вы можете взять 150 баллов для себя. Это будут витамины для вашего здоровья, коктейль для поддержания вашей фигуры и тоже здоровья и тонуса, и серия коллаген для вашего лица, для того, чтобы выглядели вы отлично и все понимали, что вы сотрудничаете с косметической компанией. Либо другой вариант. Серия для себя 75 баллов, витаминчики, и если двое детей, то два набора витаминов и для детей, для здоровья своих детей. Либо один набор для себя, другой набор для подруги. Да? Много вариантов, 4 варианта, можно выбрать любые другие для себя составить варианты. Какие инструменты вам понадобятся для того, чтобы вы легко могли сделать эти 150 баллов? Ну, во-первых, это, конечно, каталоги. Каталог – это витрина. Не отказывайтесь от дополнительных каталогов. Второе – это электронный каталог. И электронных каталогов можно высылать неограниченное количество. Одно только есть небольшое ограничение. Такой каталог вы можете высылать только в своем городе для того, чтобы потом встретиться с клиентом, или в городах-миллионниках, там, где компания Oriflame сама доставляет клиенту продукт на дом. И если вы не оставляете каталог никому, и если вы не отправляете каталог по почте никому, вы упускаете очень важную часть своего бизнеса и своего дохода, особенно в начале вашего пути. Еще один инструмент полезный – это пробники. Я всегда пользуюсь пробниками, и, кстати, у меня есть пробники для подарочков. То есть, вот, когда клиент мне делает заказ, я обязательно какой-нибудь пробник в заказ ему кладу. Продукция. У меня тоже в сумочке всегда есть крем для рук. Я очень люблю вот этот инструмент. То есть прихожу, когда куда-нибудь в гости, к подружке, достаю крем для рук после того, как помыла ручки, мажу себе, мажу подружке, и разговор продолжается. Я не делаю акцент, да? Человек, как правило, всегда сам спрашивает, а что это? Почему руки такие мягкие? И этот крем может быть очень хорошим инструментом для заказа. И, конечно, вы должны хотя бы небольшую информацию о продукции знать. Хотя бы немножко и хотя бы о своей любимой продукции. Например, в состав моего любимого крема входит там белый трюфель, да? Экстракт белого трюфеля. Немножечко рассказать, блеснуть как бы своими знаниями, своим профессионализмом. Или, например, сказать такую вещь, что крем для век – это ваша карьера. Всегда люди спрашивают, как это моя карьера? А я всегда говорю, да дело в том, что это сейчас тренд. Нельзя выглядеть усталым ни мужчинам, ни женщинам. Итак, каталог – это витрина. Потратьте вечер. Может быть, один, а может быть, два. Ну, достаточно пару часов на внимательное изучение каталога. Все акции, все самые выгодные предложения. Подготовьте каталог. Возьмите, сделайте яркие закладки стикеры. То есть красные, например, выгодно. Или закладочку другого цвета, где будут ваши любимые продукты. Один-два продукта. И, конечно, обязательно подпишите каталог на видном месте. Свое имя и свой телефон. Где же брать клиентов?
Ну, это под рубрикой «Поднимите мне веки», да? Это могут быть ваши родственники, это могут быть ваши подруги и друзья, соседка, коллеги по работе, мамы на прогулке, интернет-друзья, которым вы рассылаете электронные каталоги, специалисты, например, парикмахер, учитель, воспитатель и так далее. То есть если у человека есть кожа, волосы, ногти и зубы, ну или хотя бы что-то одно, то он ваш потенциальный клиент. Ведь у каждого вашего знакомого вот так на полочке стоят средства для чистоты и для красоты. И вам легко будет набрать 150 баллов, если вы знаете, зачем вам это нужно, если у вас есть личный опыт по применению этой продукции, если вы, ну, хотя бы что-то изучаете, там, новинки, читаете про них, обучаетесь, приходите на вебинары, чтобы узнать о продукции. Если вы хорошо ориентируетесь в каталоге, он у вас всегда под рукой. Если вы не позволяете каталогу лежать просто так дома, и если вы с собой имеете 1-2 самых продаваемых продукта. Вот у меня, например, в узеньком пенале в сумочке всегда лежит тушь и черная подводка карандаш. И, конечно, ваши клиенты будут довольны, они всегда будут рядом с вами, если вы им предоставите правильный сервис. Пакетики, маленькие подарочки, ну, например, пробник крема за 7 рублей. Итак, друзья, еще раз смотрим на таблицу и понимаем, почему важно научиться самому на автомате делать 150 баллов каждый каталог и научить этому навыку своих, ну, людей в своей команде. То есть чем больше людей в вашей команде овладеют этим навыком, тем быстрее ваш товарооборот будет 7500 баллов, а ваш доход 33 500 рублей. И люди, которые получат выгоду от своих первых вот таких существенных заказов, они останутся с вами надолго и навсегда. Итак, с вами была Наталья Туголукова. До свидания, до новых уроков!